Так, вот так вот выглядит наш навес пока что. Сейчас приедут люди, будут его укреплять. Ставить такие, короче, фермы. Укрепительные уголки такие. Короче, покажу, что потом получится. У нас тут есть вот металл. Это 6 метров. Тут мы уже закапываем. Вот разные трубы. 60 на 60. 60 на 40. Короче, есть чем сделать. Погодка сегодня холодная. Сегодня воскресенье. 9:40. И вообще за день они можете сделать. Надо, чтобы столб они будут вкапывать, чтобы он забетонировался. Короче, непонятно. Может, эта эпопея еще и на завтра растянется. Короче, было так. Так, вот сегодня 29 сентября. Вот весь мой урожай. Там еще внизу, я сейчас парники разбирала, теплицы. Там еще внизу тыковки нашла в зарослях. Сейчас покажу. Так, вот мы тут уже засыпали. Вон провод торчит, там труба. И вот что мы тут придумали. Упорчик сделали. И вот так вот все выглядит. Ну, я уже показывала. Если что, подлезть, починить можно. Что-нибудь. Вот этот кранчик можно его достать. Тут сейчас как пшикнет. Давление его можно спустить. Потом насосом, если что, выкачать воду. Блин. Сваи стоят, еще ждут. Ну и вот вуаля, что получилось. Аж уже 17:40 где-то. Посмотрим. Смотрите. Хорошие швы. Все проварено. Прокрашено. Сделали вот так. Укрепили. Тут. Таким макаром. Конечно, у нас неправильно было сделано изначально. Потому что вот этот несущий столб, а вот эта лага лежит не на нем, а бы как. И швы были плохие, они сказали. Так, вот такая фермочка у нас теперь тут появилась. И вот дополнительный столб. Вкопали они. Ямка 1,30 м. Вот. И соединили вот даже с этим перекладинкой. Вообще красота. Красота. Только что лестницу на место не поставили. Дима, будешь сам тянуть. Так, он тут. Шк-шк. Тут также. Под углом. Ну, хорошие швы. Молодцы, хорошо варят. Смотри, какие хорошие швы. А тут погляди, как сопли были раньше у этих. А тут вообще его не проварено, кстати, действительно, вот они говорили. Вот с этой стороны труба вообще не проварена, смотри, она просто лежит. Здесь нету сварки. А здесь вот такая вот. И тут нету старого. Тут везде он. И тут, и там. Во, все крепко сделано. Тут они что-то наваривали вон дополнительно. Все, со всех сторон. Отлично. Да, и вот тут. Действительно, тут не приварено. Просто лежит. И тут такие сопли. Вот такой навесик получился. Вернее, укрепление его. Мне вот это нравится, конструкция, слышь?
Вот эта конструкция красивая, так сделали хорошо, прям какое-то прям геометрическое чудо. Что такое вот? Как будто человек ручки поднял и радуется жизни, смотри. Ну, это тут можно что-то кашпо прям теперь понавесить. Не гуляли стороны, да? Ни один, ни второй. Ну да. Что-то там есть, интересно. Да? Ну все, к зиме готовы, так сказать. Хоть укрепились теперь немножко. Теперь можно не чистить. Да, теперь попробуем не чистить в этом году. Посмотрим, все будет. Но оно и тогда не обваливалось, в принципе. Но как-то страшно выглядело. А сейчас... Они вообще сказали, вот этих, кто делал сейчас, что, конечно, лучше было бы еще сделать какие-то... Ну, вот такие же фермы, еще бы по бокам. Вот здесь и там надо было делать фермы. Вообще 5 ферм, они сказали, надо было. 3, 4, 5. Да, и было бы вообще супер. Прогнулось. Ну, не знаю. Теперь хоть что-то под защитой. А, и провод провели. Пошли, Дима, покажешь. Так, провод. Тот, что вот мы вывели к бане. Во-первых, они сказали, что я не тот купила. Если я хочу, чтобы там был обогреватель, бойлер, ну и просто освещение, вот этого провода мало. А мне в магазине кабель сказали, что этого хватит. Видимо, кто-то в чем-то не разбирается. Может, в магазине ошиблись, хотя я говорил. Я вам брал для обогревателя огромный толстый. Ну вот, видишь. Потому что оно не так будет греться. Это напряжение постоянно, вот эта мощность. Короче, я так старалась, запихивала провод, а купила, оказывается, не совсем тот. А что надо было? Что там, 3 жилы должно быть или что? Побольше надо было купить. Что такое побольше? 3-4 жилы или как? Уже раза полтора потолще. 2 провода, но более толстые? Да. Короче, вот, тут они его быстренько в распределительную коробку там соединили. И я купила 12 метров провода. Вот так вот идет красиво. Потом там идет. И идет в нашу суперкоробку, которую сказали, надо перебрать. Потому что тут хаос, непонятно, что происходит. Бьется током иногда железная вот эта коробина. И сказали переделать 300 рублей, да, Дима? Угу. Все вот это, чтобы навести порядок. Ну, надо вызвать, наверное, будет человека. Чтобы был порядок. Заземление сказали куда-то делать. Так это с заземлением 300 рублей, да? Да. Щиток, работа и все на свете. И материал. Нормально, да? Вот это вот идет этот... Провод, который слабенький, блин. О, этот кабель вообще не могли посоветовать. А у тебя какой провод, ты говорил, для этого? Так это же от него выключатель. Ладно. А сейчас мы за все отдали, вот за вот этот провод, что не повесили. Автомат сделали. Плюс вот это вот, что сварку, покраску, столб отдали всего 700 рублей за все. Нормально. Все тогда.